Мы привлекаем как отечественных, так и международных спикеров. И, в принципе, наверное, темы для обсуждения, они из года в год повторяются, потому что таких вот прямо гигантских каких-то открытий в хирургии, которые бы совершенно на новый уровень вывели нашу специальность или увели куда-то в сторону, на сегодняшний момент мы не имеем. Если говорить теоретически, то мы стоим с вами на пороге, наверное, больших научных открытий. Может быть, наша жизнь вообще изменится, как изменилась в свое время после открытия электричества, например, да, или еще что-то такое. Но сейчас мы стоим на пороге. Вот, поэтому... Если говорить о хирургии, то это те актуальные темы, которые связаны с развитием нашей специальности, с ее каждодневным использованием на благо наших пациентов. Безусловно, мы сейчас больше стали говорить об анализе. Если раньше мы говорили в основном, в первую очередь, о техниках, да, о том, как сделать лучше, быстрее, да, прыгнуть куда-то дальше и так далее, то сейчас пришло время, если мы раньше разбрасывали камни, то теперь пришло время эти камни собирать. Мы анализируем наши результаты, и мы накопили достаточно большой опыт в проведении абсолютно различных оперативных мероприятий, в эстетической хирургии, как положительный опыт, так и отрицательный опыт. И я хочу сказать, что мы не боимся говорить об отрицательном опыте. Более того, задача и модераторов, и наших спикеров во многом не петь какие-то панегирики тем или иным методикам, а реально оценивать их результативность и безопасность. И мы сейчас обсуждаем очень многие вопросы именно с этой точки зрения.